Сегодня в поселке Ростовка прошел оргкомитет по подготовке к 52-му областному спортивно-культурному празднику «Королева спорта» и 13-м всероссийским летним сельским спортивным играм. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова, первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник и глава Омского района Геннадий Долматов. На встрече рассматривались важные аспекты подготовки к предстоящим соревнованиям. Главная арена игр, центральный стадион поселка Ростовка, практически готов к стартам. Он очень хорошо сделан, это отличный подарок для жителей поселения. И он с радостью примет праздник и останется после этого в наследие от королевы спорта и спортсмены ростовского поселения. Ближайших территорий будут приходить, заниматься. И я уверен, что именно этот стадион даст нам новых чемпионов. Омский район, в принципе, всегда славится сильными атлетами. И это еще больше укрепит их материальную базу для того, чтобы появлялись новые имена. 13-е всероссийские летние сельские спортивные игры будут важным событием для Омской области. Соревнования впервые в своей истории пройдут в азиатской части России. Мы первый регион, который был удостоен чести проводить соревнования за территорией Урала. Это здорово. Мы были очень высоко оценены Министерством спорта Российской Федерации в проведении других крупных всероссийских международных событий и получили право проводить всероссийские сельские игры. Плюс сейчас ведутся переговоры, они впервые будут носить статус международных. К нам приедет команда, две делегации из Беларуси. Мы этому очень рады. Мы с радостью будем принимать наших братьев, белорусских спортсменов. И очень много на этих играх будет сделано впервые. Я думаю, впервые, в принципе, в стране будут открытия игр проходить на центральной площади областного центра. У нас пройдет торжественное открытие 27 июля на Соборной площади. Она превратится в такой большой стадион, на котором пройдет и парад команд, и все те церемонии, которые предусмотрены такими мероприятиями. Всероссийские летние сельские спортивные игры пройдут в Омской области с 26 по 31 июля. 1400 спортсменов из 50 регионов будут состязаться в 15 видах программы.